Тик-так. Тик-так. Самое время начаться сказки. Тик-так, 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 тик-так. Я зеленый горох, лесной скоморох. Небо корона, пень вроде трона. Была ворона при троне, чтоб царство не проворонить. Сидела, сидела, хвостом вертела, повертела и... улетела. А царство мое такое не обведешь рукою. И рощи-то в нем. И птицы. А главное, небылицы. Такие уж были, не были, что и на свете не были. Про чудовище еще бы. Все мало ему, все еще бы. Про Ивана не великана. Да про невесту Ивана. А сказка идет по росам. Тук, тук, тук. И вот она, милости просим. Тут, как тут. Царя короля Пиф-Пафа прибывает чудовище. К нам, к нам. Как самый главный министр царского королевства, я должен все понять, все узнать и доложить королю Пиф-Пафу. Повторяю, в лес царя короля Пиф-Пафа прибывает чудовище. Теперь все мухоморы, все чертополохи, все сорняки лесные полезут из-под земли навстречу чудовищу. Карр! Гады,
как и есть кавалерганы. Гады! Все вокруг перина. Тишиной поставлю громко. Мухомора я назначу при себе белым грибом. Так. Пусть крапивные гуляют, пусть крапивные поют, все поляны заселяют и земные соки пьют. Хороши лишь те, кто плохи. Обещаю я всерьез, что при мне чертополохи расцветут пышнее роз. А колючку не иначе, как березой назовем. Это значит, я назначил. Я гуляю, мы живем! И хмель. Дикий хмель! Или что, нет в этом лесу такого? Нет! Как не быть? Как не быть? Как не милость? Так ждали, так готовились, думали, не придете. Да ждались. Что же ты не вьешься вокруг меня? А вот и вьюсь, вот и вьюсь. Девка Бузина! Девка Бузина! Ваша милость, не угодно ли чарочку наилучшей белины? Чудовищный напиток! Повторить. Девка Бузина, повторить. Не потребляюсь. Молочайный с диете. Но ведь ты же хмель. Ну, ради вас. Господа, сорняки и поганы! В честь прибытия их невилости мы открываем нашу таверну! Так ждали, так готовились. Только сегодня и только для вас. Ваша любимая! Давай! Вперед, 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 чертополохи! Бродят, бродят, бродят и мухоморы. Дела, дела, дела людские плохи. Мы все заселим скоро. О чем мечтали все мы, сегодня совершится. Мы выточим посевы, мы выточим посевы. И просо, и пшеницы, и просо, и пшеницы. Вперед, вперед, вперед! Тяни, тяни, тяни земные соки. Без страха и, без страха и огляда. Испад, из-под берез высоких. Я огород и грядок. Настало наше время, и нет вам преграды. Вперед, 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 лихое время. Вперед, лихое время. Вперед, кавалергады. Вперед, кавалергады. Вперед, вперед, вперед. Вперед, кавалергады. Вперед, кавалергады. Вперед, 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 вперед. Кавалергады, как есть кавалергады. Град, унижай, обижай, тяни соки, гуляй. Гуляй, крапи!
противное семя. За воды пир горой дым столбом, а пыль коромыслом, а некрапивный пусть плачет. Почему-то я люблю, когда плачу. Мне нравится, когда плачу. Мне приятно, когда плачут. Почему бы это, а? Но ведь вы же чудовище. Вот. Назначаю тебя своей придворной. Притворной дамой. Ай-яй-яй. Всех в малину лесную! Слушаюсь! За мой счет! Слушаюсь! Малину! Царство, королевство Пиф-Пафа наше. Мы в лесной малине были, факт. Пили, пили, пели, пили сок, конечно, сок. Мы в лесной малине. Крапива-то. Крапива как заглохла. Крапива как заглохла. Ну, погодите у меня. Цветочки. Ромашечки. Тюльпанчики. Нарциссики. Сливочки. Свет! Свет! Ненавижу свет. Мне больно, когда свет. Как вы смеете? Да как вы смеете? Я чудовище! Да я из вас все души вытряхну, но заставлю расступиться. Я из вас все души вытряхну, а заставлю расступиться. Я из вас все души вытряхну. А заставлю расступиться. А вы? Кто такие? Мы души деревьев. Ты нас вытряхнул. Я душа вот этого старого дуба. Очень приятно. Это душа березы. Приятно. А это душа ивы. Приятно. Не плачь, душа ивы. Но ведь я плакучая. Я не могу не плакать. Особенно. Особенно теперь. Плачет. Плачет. Мне приятно, когда плачет. Мне нравится, когда плачет. Я люблю, когда плачет, ну плачь. Плачь, 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 плачь.
А ты почему не плачешь? Плачу. Плачу. Березовых розок бы тебе. А ты сильный. Ты натворишь у нас бед. Дуб-дуб. А понял, с кем имеет дело? Я не люблю, когда деревья живые. Не люблю, когда деревья мертвые. Нечего зря тянуть соки из земли. Вон, вон. Крапива у вас. Разве это порядок? Чудовище. Да, чудовище. Каждому свое. Вон остальные деревья стоят, и ничего, лес как лес. А вы... Тоже мне еще герои нашлись. Каждому свое. А лес он и зашуметь может. Перекричу. Что это? Что это? А чем это у вас так... Приятно пахнет в лесу. Да ведь это же цветы. Они распустились. Я плакучей его всегда плачу от радости, когда цветы распускаются. Распустились. Все, я вижу, вы здесь распустились. А ну вон из моего леса. Это даже хорошо, что мы можем двигаться. Что? Что? Что значит хорошо? Что значит хорошо? Для вас не должно быть такого слова хорошо. Для вас должно быть только плохо! Вон! Плохо теперь стоять без дела. А мы понесем плачиву далеко-далеко, чтобы люди, звери и птицы знали, чудовище пришло к нам в сказку. Чем дальше, тем лучше. А почему плачь? У меня высохли слезы. Я заплачу теперь только от радости, когда чудовище лопнет от злости. Мы теперь пойдем по дубравам. Хочешь прямо, хочешь направо. Нету ни двери, ни порога. Нам теперь повсюду дорога, повсюду дорога. Соловьев возьмем мы на ветви, пусть расскажут людям и ветру, что наш лес чудовище душит, что пора спасать наши души, спасать наши души, души. Ваш немилость. Ваш немилость. Зря вы дали душам деревья в корни унести. Хмельное несешь. Они же будут в лесу. Значит, лес живой. А нам нужно, чтоб лес был мертвый. Послушай, хмель. Слушаюсь. Это царство королевства Пиф-Пафа. А короли тоже обязаны заниматься чудовищными делами. Нужно передать этому Пиф-Пафу, что если через два дня
он не уничтожит души деревьев, то я уничтожу его царство, королевство. Слушаюсь. Ступай. Слушаюсь. Ненавижу. И я. И я. Ненавижу. И я. Ненавижу. И я. Ненавижу. И я. Ненавижу. Ненавидим, 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 ненавидим мы деревья и цветы. Мы деревья и цветы. Цветочки, все цветы из леса прочь. Ненавижу их и точка, точка, точка. Ненавижу их и точка. Васильки, ромашки прочь. Сейчас же прочь! Если свет горит в домишках, то домишки тоже прочь. Ненавижу свет и крышка, крышка, крышка. Ненавижу свет и крышка, солнце, лампочки прочь. Сейчас же прочь! Ненавидим, 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 ненавидим мы деревья и цветы. Мы деревья и цветы. Если я людей увижу, и зайти могу тоской, потому что ненавижу, ненавижу, потому что ненавижу, я вообще весь род людской. Весь род людской! В это время во дворце царя-короля Пиф-Пафа никто не знал, что в лесу появилось чудовище. Утро началось, как обычно, только почему-то из дворца исчез господин министр. Да. 9. Да. По-моему. 10. Хватит? Да. Хватит. Ну все. Раз часы золотые, стрелки заморский подарок пробили время заниматься государственными делами сказочной важности. Да. Значит, так тому и быть? Да. Пиф-паф. Ой-ой-ой! Позавтракаем! Позавтракаем, ваше величество! Ходики! А где же министр? Ты пап! Ваше величество, я не знаю! Час? Где же министр? Пиф-паф. Ваше величество, господин министр занят делами царства, королевства. Королевство. Без разрешения выгоню. Ах, ваше величество. Ну чего ты кривляешься? Ну чего? И тебя выгоню. А меня-то за что? И я тебе и мамка, и я тебе и нянька, и я и начальник стражи,
И сотни вам жми. Все оставлю, оставлю. Ваше величество, сотни. Пей, батюшка, соки, будешь высокий. Да. От сока морковного прибавится кровушки, от сока капустного прибудет в головушке. Дедушка, качан вместо головы получится. Капуста кудрявая. Да. В серёдке извилины. Правда? Пей, батюшка, соки, питайся усиленно. От сока черничного черные бровушки, от земляничного сладкое словушка. Пей, батюшка, соки. Буду высокий. Ну, а теперь для духа царского прочного выпей-ка чарочку сока чесночного. Ой! Ну вот, соки выпил, а росту не прибавилось. Ну не сразу же, ваше величество. Пей, батюшка, соки, будешь высокий. Да. Врушка, врушка, сколько лет меряюсь со своей меркой, ну и как ее не перерасту, мало меня, мало, количество все никак не наберу. Капуста, что ли, паршивая? Или яблоки гнилые? А? Ах, ваше величество! Нет, ничего. Вроде крепкий. Ну-ка. А силушки-то, силушки в тебе сколько, ваше величество! Силушки, силушки. Да. А росту? Да ну. Я же царь. Царь, голубчик. Я же царь. Царь, садись. Я же царь. Вот. А вы совсем не похожи, ваша немилость, на чудовище. А я теперь хитрый. Ваша немилость, ваша немилость. Кавалер Мухомор и кавалер Чертополох отправились в царство королевства Пиф-Папа. Очень хорошо, Хмель. Нужно разведать, кого обижать будет. Слушаюсь, ваша милость. Я же царь перед царь. Перед царь, перед царь. Король перед король. Король. Граф перед граф, герцог перед герцог, барон. Да, да, да. А в зеркало посмотришься. Тьфу. Тьфу, четвертинка. При таком количестве титулов нет вам ни, никакого количества. А ты, батюшка, повели величать себя ваше количество. Вот и все. В слове-то сила. Ведь как назовут, так и увидят ваше количество. Гляньте-ка, гляньте-ка, каков у нас царь, а высок-то как, ух ты, а широкоплечь-то как, ух ты, ну не царь, а сплошное количество. Ну ладно, ладно, ладно. Хватит, хватит. Все, 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 перестань, перестань, перестань. Терпеть этого не могу. Подхалимка. Ну, ваше количество.
Слушай. Да. А может, действительно повыше стал, а? Да уж как вырос, да как вырос в наших глазах. Ведь кто в наших глазах вырос, тот в наших глазах таким и останется. Ну, теперь ничего. А где же министр? Пиф-паф! Ой-ой-ой! Спасайся, кто может! Чудовище! Ваше Величество! Ваше Величество! Где вы? Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество, где вы? Господи, куда ты подевался? Ваше Величество! Ай. Ваше Величество! Ку-ку! Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку! Да где же вы, наконец? А? Ваше Величество! Да тут-то я, тут-то! Господи, вот вы меня подевались! Ваше Величество, докладывает ваш министр! Да. Чудовище пришло в наше царство-королевство! Ой! Вместе с поганками, мухоморами! Так. Всех обижают! Так. Всех унижают! Так. Соки тянут из самой земли. Где? Я сам видел. Где? Где не вижу, ничего не вижу. Где? Ваше Величество, вы глазки пошире откройте. Ну? Вот. А? Ну, где? Так не здесь, а там, в лесу, в самом темном месте. Ну зачем ты в самое темное место пошел? Как? Зачем ты вообще в лес ходил? Не ходил бы, ничего бы не видел. Сок. Горе мое. Так нет соков. Вы глазки пошире откройте. Вижу, нет. Вели принести. Чудовище пришло в наше царство-королевство. Не будет больше соков. Не будет, не будет. Ох, обнаглели. Вот распустились. Ну, пиф-паф. Ой-ой-ой. К трону. Ну, я же все-таки назначил тебя министром. По разным обстоятельствам. Сначала министром двора. Да. Потом мы с тобой поругались, и я назначил тебя министром вне двора. Да. А ты? Я обиделся и ушел. А куда ушел? В лес! В кусты ушел. Но теперь... Но я ж вернулся, чтоб доложить вашему... Количеству! Количеству. Какому еще количеству? Количество. Ну, количеству. Так теперь меня нужно величать. Да. Ваше количество. Количество. Трудно, что ли? Но чтобы доложить вашему количеству. Да. Чудовище пришло в наше царство, королевство. Где? Это двое из его свиты. Мамка, нянька, спасайся. А кто же меня спасет? Ох! Ой-ой! Мы в разведке. Оставим автографы. Конечно. Мы в лесной малине были, факт. Пели песни, били сон. Конечно, сон. Мы в лесной малине были, факт. Пели песни, били сон. Мы пели. Трали всех побили. А когда мы всех побили, то опустились на утек. На утек, на утек. Нас в лесу, нас в лесу, нас в лесу. Так их лишь двое, и любой из нас неплох. Мы герои. Мухомор. Чертополох. Факт! Тут пошел на задний ход. Испортил песню. Ой, 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 ой,
Ой, какое чучело смешное. Глянь, корешками вверх растет. Точно. Интересно, откуда он соки тянет? Слушай, должно быть отовсюду. Отовсюду? Соперник? Так это вы что? Я же царь. Пиф-паф. Ой-ой-ой. Ты мне нужен? О. Их немилость, их гнусность, их поганство, чудовище велел передать тебе. Души деревьев прячутся в лесу. В твоем лесу? В твоем лесу. Если через два дня они не будут пойманы и уничтожены, их немилость уничтожит тебя. Тебя. Вытрясет из тебя душу и наплюет в нее. За что? А теперь... Айда на кухню. Да, ребят, да вы что? Я ж не съедом. Подожди! Очень надо есть такую поганду. Нас теперь будут есть. И? Мы теперь назначены белыми грибами, и все! Хватит! Поглумились! Палками шляпки сбивали, а каких-то сопливых мыслетников. Мухомор, а я боровик под Бариланом. У меня просто внутри все закипает. По всей земле нас расплодилось тысячи. Из всех грибов одни лишь мы прописаны в лесу. Ах, мы так хотим, чтобы люди нас употребляли в пищу, и чтоб из нашей братьи грибной варили суп. Ах, мы так хотим, чтобы люди нас употребляли в пищу, и чтоб из нашей братьи грибной варили суп. Ай, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, съедят, отравятся. Мам! Мама! 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 Мам! Ваше Величество, не теряйте присутствие. Не теряйте присутствие духа. Эй, мамка, нянька. Эй, нямка, нямка. Быстро. Ваше Количество, господин министр, здесь я. Собрать стражу? Да. Отправить в лес? Да. Пусть поймает души деревьев и отдаст чудовище. Будет сделано! Ой, время. Самое время появиться герою. Беда! Что? Что? Беда! Что? Ой, вся стража испугалась мухоморов, чертополохов, и все разбежались. Некого в лес посылать. Как же? Ой, мухоморы! Мы.
здесь. Где же ты ходишь? Здесь, пожалуйста. Здорово, ребятки! Кришо, значит, вот эти сувениры мы сейчас от тебя отнесем в подарок их немилости. Да. Да. А вечером жди нас в гости на чай. Крепкий. Значит, пока, Кришо, пока. Мое присутствие духа. Ты где? Ты здесь, здесь. Ты где же мое присутствие здесь. Духа? Сейчас я что-нибудь придумаю. Давай, сейчас давай. Я что-нибудь придумаю. Мысль. Где? Ты не чудовище. Мысль. Так что за мысль? Пол царства тому, так? Кто победит чудовище. Да ты что говоришь? Что я говорю? Пол царства. Раскидаешься. 1/8 хватит. Пол царства. Ты не спорьте, горе мое. Пол царства. И принцесс. Пиф-паф пивчик в придачу. А? Чего? Пиф-паф пивчику. Какую пиф-паф пивчику? Как это какую? Ну какую пиф-паф пивочку? Как какую? У меня же нет никакой вообще пиф-паф пивочки. Ну да, нет. Ну не в этом же дело. Вы царь? Да, царь! Царь! Самое главное, пообещать. Так. Вот. А когда объявится герой и победит чудовище, мы нарядим какую-нибудь судомойку. Ну и... Да. Молодец. Все равно, с пив-пав пифочкой полцарства много. Не уговаривай, много. Ваше количество, что делить, одна табуретка осталась. Ладно, пусть разнесут весь. Фу. В царстве королевстве чудовище. Соки из самой земли тянет. А ты стоишь равнодушно и, знай, мизинчиком золотые стрелки подвигаешь. Тик, такие манеры привил нам мастер, мы заморские. Ну, на земле-то ты на нашей стоишь. А пока появится герой, ну? Я же буду находиться в страхе перед чудовищем. Ой. Мысль? Третья мысль. Ха, просто с ума можно сойти. Надо остановить время. Да. Надо разбить часы золотые стрелки. Нельзя, заморский подарок. Не... Надо! Если время остановится, все останется так, как теперь. Так. Пока не придет герой и не победит чудовище. Понятно? Понятно. Ха. А кто пойдет разбивать часы? Так все, но вы первый. Вы же у нас мастер убивать время. Ну ладно, ладно. Ну, мастер. Ну ладно, все, хватит. Мастер. Хватит. Первым пойдешь ты. Да. У них такие здоровенные гирьки. Тебя-то ударит, тебе чего? Только новая мысль появится. Конечно. А меня ударит, мне больно будет, я же царь. Ну. Пошли? Пошли. Эй, мамка, нянька. Кавалер Мухомор. Мы здесь? Ну что, подпортим окружающую среду? С удовольствием! Засоряй! Ни черта положили факт. Мы в лесу, конечно, всех. Конечно, всех. Ни черта положили факт. Мы в лесу, конечно, всех. Мы пели, пили, пили. Драли всех побили. А когда мы всех побили, умахомарились. Эх, нас в лесу, таких лишь двое. И любой из нас неплох. Мы герои. Мухомор. Чертополох. Ох! Развлекаетесь, дармоеды! А кто будет заниматься чудовищными делами? Вон их немилость. Собрал всех птенцов и уничтожил. А вы немедленно растоптать все поля, засушить все леса. Слушаюсь. Выполняйте. Слушай, ну крутани стрелки побыстрее, да пробей время появиться герою. Мы никогда не спешим. Мы никуда не спешим. Тик-так-то. А поспешить-то придется. Ни за что.
Да ведь разбивать тебя идет царь-король со своей свитой. Меня? За что? Мы же очень верные часы. Они время хотят остановить, чтобы все как было, так и осталось. Но если время остановится, тогда все погибнут. И он тоже безумец, он же король. А, это без царя в голове. Вот что, прячься. Их надо в пружину и стрелки узлом. Прыгай в ров. Ни за что. Да прыгай, тебе говорят. Со мной пойдем. Со мной моя армия. Ты как, вперед. Где они? Где? Сбежали. А может быть, они спрятались во дворце? Тогда назад. Назад. Назад, ваше величество. Назад. Ну что, не ушиблась? Мы антиударные. Да. Ой, извини, пожалуйста. Это мое от возбуждения. Посмотри, какой пульс. Ой, 120 секунд в минуту. Так же может хватить разрыв пружины. Подкрути-ка, подкрути-ка у меня там сзади. Спасибо. Ну, у тебя все винтики целы? Ты что хочешь сказать, что у меня винтиков не хватает? Сейчас увидишь. Кому время появиться? Герою. Это что такое? Герой? С приличной родословной из наших заморских. Тебя как звать? Принц Уауа. Заморский. Немедленно раззванивай его обратно. Ну ладно, ну кому время-то появиться? Ивану. Ивану царевичу? Я. Ивану великану? Нет. Ну кому же? Ну просто Ивану. Чтобы бить комаров. А коли руки есть, значит здоров. Ха-ха, да ты балагур. А богат ли? Коров у меня. Видимо-невидимо. Стало быть, их и не видели. Хорош табун да ленивый кони. Всю жизнь скачут, меня не догонят. А где крыша твоя? А чем не солома? Где голова, там я и дома. А невеста есть? Есть одна девчонка. Сказку я о ней знаю. Зовут Дунька. По прозвищу Репка. В подземном царстве живет. Ваня! Ваня! А? Вот что, Ваня, решай. Направо пойдешь, Дуньку увидишь. Направо пойду. Прямо пойдешь, с чудовищем сразишься. Нет, направо пойду. В царстве королевстве чудовище соки из самой земли тянет. Души из деревьев вытряс. Надо помочь земле. Помочь всегда рады. А мы тебе поможем Дуньку увидеть, а? Дунька Репка сидит в земле крепко. Не до вечера до темени, а до поры до времени. Пока за косичку не выдерну, ни за что сама и не выйдет к нам. Скромная, значит. Ага. Хорошо. О, хорошо живешь, Ваня, не хуже людей. Ну а чего? Живу не лучше, живу не хуже. Живу не шире, живу не уже. Живу как люди. Чего нет, может и будет. Значит, с чудовищем. Надо сразиться. Ну что ж, это можно. Меч дашь? Пусть сам добудет. Почему все мы да мы? Ой, вот что, Ваня, у царя-короля пиф-паф есть.
Волшебный, что ли? Ну, не то чтобы волшебный, но, знаешь, и не тупой. Смотри, кто им махать станет. А, это верно. Меч он от руки идет. Вот что, Ваня, победишь чудовище, пол царства получишь. И принцессу Пиф-Паф-Пифочку в придачу. Ладно, возьмем. Здравствуйте. Ну, спасибо тебе, что на свет вытянул. А ты кто такая? Я? Дунька. Репка. Я же тебя выдумал. Ну, вот я и здесь. Да я о тебе только и мечтал. Ой! Встань-ка, Дунька, репка с диванчика. Сдунь-ка, Дунька, пух с одуванчика. Ух ты, пух, так лянька летит, а Дунька репка танцевать хотит. Дуня не хочет, а хочет. А я ж темная, я ж только что из земли. Вот поживу на свету, всему научусь. Слушай, пусть как хочет, так и говорит. Крепкая, крепкая, я на щечке крепкая, крепкая, вот какая репкая, репкая, я из репок редкая, редкая. Пусть не шоколадная, сладкая, я на щечке гладкая, гладкая, я на губке сладкая, сладкая, я на ручке хваткая, хваткая. Дуня, пляши! Ну ладно, хватит, Ваня. Пора во дворец идти за мечом. Пол царства мы, Вань, возьмем. Дом справим. В огороде, знаешь, репок насадим. И чтоб никакой пиф-паф-пифочки. Понял? Забудь. Ну ты чё сразу драться-то? А чё? Ну не при всех. О, ну ладно, пошли. Дело время, потехи час. Ах, тик-так, как хорошо сказано. Мель! Появились два героя, они хотят расправиться с чудовищем. Фу. Ты же знаешь, их немилость с удовольствием сожрал бы их. Да он не переваривает героев. Что будем делать? Вот что. Займись-ка этим сама. Выполняй. Займусь. Станешь там, поднимай туда, туда. Чш. Ты посмотри. Все цветы повытоптал чудовище. Даже Иван да Мария и тот цветок завял. А Иван да Репки и вовсе нет еще цветка. Ну ничего, погоди, Дунь. Побьем чудовище, глядишь, и цветок Иван да Репка появится. Дуня! Дуня! Дуня!
горюй, Ваня. Победишь чудовище, освободишь Дуню. Иди, иди во дворец за мечом. Кошмар, какой кошмар. Значит так, Пипавчик, день прошел. Если через день души деревьев не будут пойманы, мы тебе распилим напополам. На пив и на пав. Ой-ой-ой, как больно будет. Ой-ой-ой, как будет больно. Ой-ой-ой. Кто кричал «караул»? И я кричала «караул». Ну зачем ты пугаешь? А когда зовут «караул», всегда кричат «караул». Героя, героя, к вашему количеству проводить надо. Героя? А караул-то весь и разбежался. Ва-ва! А герой-то какой смешной. Все время уа-уа, как малое дитя кричит. Прямо хоть в детской колясочке его к чудовищу сражаться. Я же говорил. Прошу. Good morning. How do you do? Здравствуйте, ваше величество! Это не я! Я не понимаю! Я же величество! Я величество! О, они! Excuse me, repeat! Repeat! Good morning! How do you do? Здравствуйте, ваше величество! How do you? Я есть принц Вауа Заморский! Заморский? Yes! Минуточку! Ребята, иностранный заморыш! Ой! А ну, да! Пиф-паф! Ой-ой-ой! К трону! Russian двор, экзотика, о, сувенир. А ты почему под лавкой сидела? Почему я? А? А ты царь. О, я царь. Где хотела, там и сидела. Yes, правильно. А вот я гляжу, вы прямо настоящий принц. У вас весь камзол расшит какими-то гербами. О, ордена, регалии. Ваше величество, вот это не камзол, а самый настоящий гербарий. Да. Скажите, пожалуйста, а вот почему у вас такое странное имя? Ау-ау. И-а. Нет. Уа-уа. О, это вы понимаете из моей родословной. Мой дед был знатен и богат, он пил из серебра. Любил он бой, водить солдат, любил кричать «Ура!». Был грозен дед и полон сил, как тысяча пантер. И только не произносил, и только не произносил, и только не произносил проклятой буквы «Р». Он «Р» не мог осилить, а «Ура!» без буквы «Р». «Уа!» – «Ура!» без буквы «Р». «Уа!» – «Уа!» – «Уа!» – «Уа!» Ура, без буквы Р, уа, ура, без буквы Р, уа, ура, без буквы Р, уа, 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 уа. Эрра. Когда же я увидел свет, мой дед явился в зал. Спросил он что-то, я в ответ уа ему сказал. Растроган был мой дед, до слез облил слезами трон. Я клич победный произнес, без буквы Р, как он. Я назван этим кличем, а ура, без буквы Р, уа, ура, без буквы Р, уа, 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 уа. Я назван этим кличем, а ура, без буквы Р, уа, ура, без буквы Р, уа, 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 уа. Хорошо. Как видите, с тех пор уа-уа стало и моим
именем и моим боевым кличем. А у вас есть родословная? Есть, но не помнишь. Да, конечно, есть. Но я ее не помню наизусть. А вот скажите, пожалуйста, а как вы собираетесь расправиться с чудовищем? Да. Да. Very simple. Это как? Очень просто. Уак, как я его уакну. Как это? О, в смысле, аукну. А потом уакакокну и все. Я не понял. Непонятно. Не понял. Объясняет. На нем. На мне? Наглядным примером. Уа! 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 Маленький карате. Литл кунг-фу. Ой. Фёдор. Уакакокнул. И всё? Yes, all right, всё. Поразительно. Ой. Прошу. Ваше количество. Хорошо. Спасибо. Фёдор, как это? Ну. Поразительно. Сейчас. Да. Ну, да. Если это поразительно, тогда ступайте и поразите чудовище. Да. Ступайте. Нет, я так не привык. Я ему должен сначала посылать это русский вазу. Вазу. Базу мы пошлем. Нет, на вызов. Вызов. Господи, а кто же у нас понесет этот вызов чудовищ? Ваше величество, что нам теперь бояться? У нас же есть... Карате! Правильно, карате! Эй, господин кавалергард! Чего тебе надо? Чего? Ой, моя банка! Мой Анес! Ух! Вот господин заморский принц явился сразиться с вашим этим чудовищем. Уа-уа! Это что за детский писк на лужайке? Все, я уже вас уважаю. Теперь вы поняли, что это не детский писк на лужайке. Это боевой клич. Первое слово, которое произнес господин принц, было боевым кличем. Отправляйтесь к вашему чудовищу и отнесите вызов. Без вызова нельзя, но пусть идет, сражается. Нет, нельзя, принципиально. Мы принцы всегда поступаем принципиально. Когда же готовить-то будут? А вот вернетесь, поговорим. Вызов. Ой, опять нравится. Ну, а теперь... показывают невесту. Какую невесту? Какую невесту? Как какую невесту? Вы же обещали тому, кто победит чужовище, чищобище, полцарство, королевство и принцессу, пиф-паф-пифочку, придача. Где принцесса? Погода, ложь какая! Может быть, действительно, судомойку? Судомойку! Давай. Вы там, пожалуйста, не шептайтесь. Мы ничего. Я сам из королевской семьи, я сам умею надувать. А вот мы никогда. Нарядите какой-нибудь судомойку принцессой. А потом скажете, я-то принцесса не моя, и полцарства тю-тю. Раз она королевская дочь, то она должна быть похожа на короля, как две капли, и других мне, пожалуйста, не подсовывай. Что я?
Сейчас я что-нибудь придумаю. Ну, ну. Это... Мысль. Четвертая мысль. Ну. Господи, как вам повезло-то со мной. Ну. Господа, сейчас их количество. Король Пиф-Паф 13-й прикажет своей строптивой дочери надеть свое лучшее. Я думаю, розовенькое. Розовенькое, розовенькое. Розовенькое платьице. И явится к принцу минут через 10. Да. Поклон королевский принцу отвесить. Ничего не понял. Идемте, вы ей прикажете. Куда? Идемте, ваше. Прикажете. Уа-уа! Как две капли. Будет сделано! Господин министр, ну я же дама! Вот он, дворец-то. Тут. Господин хороший, одолжи, пожалуйста, меч ненадолго. Это не меч, а шпага. Зачем тебе меч? Понимаешь, с чудовищем надо сразиться. О. Ну, посмотри, что чудовище в царстве королевства натворил. Да. Пока до дворца дошел, душа высохла. Что твои деревья на дороге? О, yes! Правильно! Это мой дерев! Я первый пришел. Я получаю пол царства королевства и принцессу Пиф-Паф Пифочку придачи. А. Ну а что, коли не совладаешь с чудовищем-то? Я не совладаю с чудовищем. Ты заговариваешься. О, ты заговариваешься. Ты заговорщик. Господа, здесь заговорщик. Ну вот я тебе сейчас и без меча бока-то наломаю. Я... О, убит. Господа, ее высочество, принцесса Пиф-Паф-Пифочка, первая